доме в этом установлен прибор учета. Здесь вот представитель КСК скажет, насколько снизилось потребление тепловой энергии. У людей есть возможность экономить. То есть человек, я вот уже несколько раз говорил, что маленький дом, который потреблял там, скажем, по норме теплового потока, по этому квадратному метру платил определенную сумму. Большой дом тоже эту сумму платил. То есть все люди платили с одного квадратного метра одинаковую стоимость. Но у одного потолки 5 метров высотой, у другого 2,5 метра. Объем кубатуры нагреваемой воздуха разный. Поэтому мы идем к тому, чтобы человек должен заплатить только за то, что он потребил. Это, в принципе, правильный цивилизованный подход. В данный момент компания в этом году с ремонтной программы выделит 200 миллионов тенге на установку 500 приборов учета. Эти приборы учета уже более 300 установлено у нас в Караганде. Это частный сектор, дома малоэтажной застройки. Там, где компания видит, есть перетопы, есть недоплаты от потребителей. Температура в каждой квартире разная. Одному 20 достаточно. А другому 25. Ну, для этого мало. Есть домком. Кто будет регулировать? Ну, почему? Придет время, да, действительно. Каждый батарейка будет стоять, свои регуляторы. В каждом доме, возможно, будут стоять свои приборы учета. Тогда уже мы придем. На самом когда? Деле, через 20 лет? Да. Ну, это же постепенно, поэтапно. То есть надо торопиться. Сегодня торопиться ни у кого нет прибора учета. Вы же видите, все дорожает. Люди богаче не становятся. Мы с вами собрались для того, чтобы объяснить жильцам, жителям, в конце концов, народу, для того, чтобы установить приборы учета. Доказать его эффективности. Вот.